20 лет мира и успехов России. Седьмой год правления государя Николая Александровича. Царь делает ставку не на дворянство, как его отец Александр III, а на простой народ. Такой, каким царь этот народ хотел бы видеть. Наступающий 20 век ожидают с уверенностью и оптимизмом. Прогресс, автомобили, полеты авиаторов и воздухоплавателей, чудеса кинематографа. Кажется, еще чуть-чуть и не останется бедных, угнетенных, будут побеждены несправедливость, болезни, старость, смерть. Основываются новые города, крепнет промышленность, строятся железные дороги. Поднимается Сибирь, куда указом императора запрещено ссылать преступников. Империи как никогда нужен мир, как внешний, так и внутренний. Государственные мужи уверены, еще 20 лет покоя и Россию не догнать. Однако правительство не торопится с реформами. Сохраняется неравенство сословий, дискриминация народов. Идея парламента объявлена великой ложью нашего времени. Интеллигенция, ориентированная на Запад, ненавидит империю и царя. Заснеженная страна вступала в Новый год, новое столетие, новую эпоху. С Новым годом! С Новым годом, господа! Скажет, умри сейчас и умру от счастья. Нет, никогда. Ты такая красивая. Почему я? Везет же дураку. Я выхожу замуж за умного и приличного мужчину, который не целуется по углам с незнакомыми девушками. Целуется, целуется. Соболезную, Пьеро, но мне кажется, тебя уже затыкают рот. Поцелуями. Это еще ужаснее. Домилуйтесь, потом. Так. Ох, господи. Бежим. Майн герр, мы говорим 19 веку Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Да здравствует век 20-й.
век мира, гуманизма и процветания России! Ура! 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 Ура, господа! С Новым годом! С Новым веком! Ура! 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 Годом, дорогой. Кого там несет? Что вам угодно, господа? Ох, да я сорвая. Дедушка, с Новым годом! Заглохни. Ну, что мы тянем? Не подцепить, патентованный. А что ты перся тогда? Что ты перся с нами? Не подцепить, цепляла. Стоял бы на шухере. Возьми ключики у провизора. Ключ от сейфа где? Ключ давай! Где ключ, я тебя спрашиваю? Хозяин забрал. Вот тебе крест на празднике. Есть! Есть! А? Во!
морфий. Давай ее сюда, давай. Ну, студент, ну, молодец, ну, ты даешь. Шухер! Текаем. Пять. Для вас обернется. Он обещал прийти в 10. Я работал, как каторжный, на наше будущее. Пан опять врет. Если бы я знал, чем это обернется. Скажи одно слово, и я сгину. Алекс, не поясничай. Я устала. Я тебе не верю. Ты мне не веришь? Я люблю тебя! Алекс! Алекс! Я люблю тебя! Матка Божья, что ты со мной творишь? Все, перестань, перестань! Срочно, мои руки суставовый гусь наверняка уже остыл. Алекс, не смести, денег в году не будет. И представь, гусь еще теплый. Алекс, 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 перестань, я сейчас все уроню. Я прошу тебя. Господа, минуточку внимания, господа. Сейчас я зажгу ром, и пока он горит, по кругу пожелания следующему веку, господа. И они сбудутся? Все непременно. Здоровья! Да. Процветание России! Боголепова в отставку. Жалование приват доцентам повысить. Черту оседлости к черту. Богатую невесту. Счастья и любви. А это разве не одно и то же? А я еще не знаю. Ах, Пьеро, как я тебе завидую. Там Павла Нестеровича городовой спрашивают. Павел Нестерович, простите. Вас спрашивают. Простите, простите, да. Господа. Да, служба. Вызывают в департамент. Ничего страшного. Ну что ты, Новый год. Кто-то кому-то дал по физиономии. Не волнуйся. Если к утру не вернусь, значит... Значит что? Ты полюбила следователя. А следователи все такие самоуверенные. По большей части. А что, я ошибся? Не полюбила? Терпеть не могу. Как я тебя понимаю? Ненавижу следователей. Всю жизнь мечтала выйти замуж за профессора. Представляешь, бородка, испаньолка. Бедная девочка. Мечтала о профессоре, выходишь за следователя.
Вот беда. Пусть это будет самая большая беда в моей жизни. Я люблю тебя. А я? А ты? Люблю. Даже слишком. Разве может быть слишком? Может. Иногда кажется, сердце не выдержит. И вообще, все слишком хорошо. Я так боюсь, вдруг случится что-нибудь плохое. Будь осторожен. Обещаешь? Обещаю. Я молчал. Хотел сюрпризом. К осени меня приглашают на кафедру. Да? Ура! Юридический факультет, курс практической криминалистики. И ты станешь профессором? Бородка, испаньолка. Студентки. Уже ревную. Любимая. Ишь ты, чисто сработано. Я банкрот. Маска? Какая маска? Рыжего. Какого рыжего? Какого, какого? За что? За что? О, боже ж мой, боже ж мой! Рыжего. Клоуна в цирке. А он снимал маску? Нет. А какие-нибудь странности в поведении? Ну, какие странности? Какие? Ну, господи, ну, разбой средь бела дня! Ночи, господин Певзнер. Вы очень мешаете следствию. Помолчите, пожалуйста. Свистел и говорил таким тоненьким, идиотским голосом. Конечно, я всем мешаю. Вполне, Старыч. Молчу, молчу, да? Я молчу, молчу. Бомбы скрыли коробкой из-под Монпассье. А что он говорил тоненьким голосом? Ну, господи, ну пришли, ну взяли, ну ушли. Ну... Одну фразу. Вы не знали, чем это для вас обернется. Голос изменил. Наверное, боялся, что его кто-нибудь узнает по голосу. А вот эта версия мне очень нравится. Молодец. Господи, кому бы мне понравиться? А что было в сейфе? Вроде пусто. Вот они разозлились и выместили злобу. 3 килограмма морфия. Морфия. В порошке. Вы же сами клали туда. Да. Забыли? Ну, у вас и память. Забыл. Забыл. А теперь вспомнил. Действительно, 3 кило морфия порошка. 3 или? Да, 3. Тот, что выписал из Германии. У них, знаете ли, такая очистка. 2 девятки после с запятой. Немчура! Это очень дорого. Очень. Был да сплыл. Знаете, что немцу смерть, то русскому... Спасибо, господа, вы свободны. Свободен. Да Пезнер просто разорен. Свободен от всего. Я пойду. Он пойдет. Он пойдет. Приношу вам свои соболезнования. Да и завтра. Ой, сегодня утром в 10. Прошу ко мне в департамент. Кабинет 21. О, очко! А у меня перебор. Павел Несович, вот полюбуйтесь, с каких пор бандюки визитки носят, да еще и с адресом. Агеев Владимир Михайлович, надо проверить. Пустой номер, Павел Несторович. Зря ноги оттопаем и дураками будем. Дураками? Дуракам везет чуть больше. Алекс. Я устал. Хочу спать. Пощади. Ты завел себе другую, молодую. Мари, ты опять за старое. После тебя мне уже никто и никогда не нужен. Это правда? К
Клянусь своей любовью. Кстати, я неплохо заработал. Хочу сделать тебе подарок. Надо только реализовать кое-что. Я видела тут жемчуг. Ну, жемчуг и жемчуг. Ты не знаешь, кто бы мог купить приличную партию морфия? Откуда у тебя морфий? Я же медик. О. Гонорар. Сколько? Много. Я хочу тебя. Тебя не поймешь, Мари. То меня, то жемчуг. А ты будь на лестнице. Слушай, ваш мой родник. Владимир Михайлович! Владимир Михайлович! О! Да пас! Не ждал гостей. Твою мать, собирайся! Ага. Что ж ты, браток, старых дружков так плохо принимаешь? Отпусти, Евграфий Петрович. Чистый я. Ага, яко агнец невинный. Визитки по аптекам разбрасываешь. Давно ли ты Агеевым стал, Топас? Заложил кто? А то дурака не повезло. Убью, гада. Которого? А ну, батько, держи топас, головой отвечаешь. Алекс. Алекс. Что вы химик. С такой практикой нам нужны такие люди. Ну что ж, гремучая ртуть, динамит. Все, налажено и опробовано. Отлично. А, морфий. Отлично. Это аванс за морфий. Пожалуйста, будьте любезны, снимите первый этаж или подвал под фотолабораторию. Покупайте все необходимые вам химикаты, только маленькими партиями. Первые 6 бомб нам нужны будут через месяц. Мои заботы – это корпуса, ваши – начинка. Карфаген должен быть разрушен. Здесь все прогнило. Угу. Давайте придумаем вам кличку. Красавчик. Красавчик. Хм, недурно. Знаете, так нейтрально. Мало ли красавчиков, в конце концов, ходит вокруг. До встречи, красавчик. До встречи. Да. Имеете доступ к сейфу? Кто из названных мной лиц знал о его содержимом? Вы кому-нибудь сообщали о сделках, о наличности в кассе? Ой, нет, разумеется, нет. Весьма странным является обстоятельство разгрома всей аптеки. Кто мог мстить таким образом? Я не знаю. Не знаю. Вы помните ученика-провизора Викентьева Алексея? Нет. Его уволили год назад за нерадивость и склочный характер. Да, что-то припоминаю. Такой смазливый юноша. У него были мотивы к отмщению? Он шутит? Нет, нет. Он был слишком юный, легкомыслен для такого. Нет, нет, уверяю вас, нет. Вы его плохо помните. А вот провизор показал,
что у вас были приятельские отношения. Провизор сильно пьющий пан. Он за угощение и не такой вспомнит. Я его не угощал. Значит, Викентьева не подозреваете, и вы с ним не видитесь. Пани, я вас прошу, если вдруг увидитесь случайно, дайте мне знать. Разумеется, конечно. А что он сделал? Ничего. Вот здесь распишитесь. Вот, ознакомьтесь и распишитесь. Я вас провожу. Прошу. Благодарю, вельможного пана. Прошу. Павел Нестерович. Да? Письмо с предложением о сотрудничестве. Интересно. Ой. Одолжить огоньку, газета в руке. Бедная фантазия. Займитесь. Да как-то мне не с руки, Павел Нестерович. Мое дело лошади, извозчики, дворники. А тут за версту студентом пахнет. Я встречусь. Хотя времени совсем нет. Вот женюсь. Тогда совсем времени. Мадемуазель. Добрый день. Осторожней, осторожней. Мадемуазель, я потом, я буду безмерно счастлив видеть вас среди своих первых клиентов. Вы живете в этом доме? Это наш дом. Как счастлив должно быть ваш папа. Он может целовать вас на ночь и видеть каждое утро. А вы нахал. Тысячи извинений, мадемуазель. Ваша красота служит мне прощением. Разбей еще только что-нибудь. И влила ему яды гадюки. Ваше благородие. Или годюки. Нет, влила ему яд змеи. Ваше благородие. Змеи и... Батько, приведи Агею ко мне. Виноват, ваше благородие. Не уберег, ваше благородие. И он сбежал. Так точно, сбежал. Кто сбежал? Агегеев. Что? Конвоируем мы их. А они в сортир попросимши. Зашли с тележом. А он через очко. Виноват. Бывает. Бывает, батько, бывает. Прекратить! Свалял дурака, снесет и кулака! И в графе Петрович накажу! Ух, накажите, Павел Нестерович, у него Агеев сбег! Как сбег? Виноват, Павел Нестерович, виноват, не уберег! Как? Накажите, Павел Нестерович! Как сбег? Работнички, храповидолы! Сбежал. У скважина пошел он! Одолжите огоньку. С удовольствием. Как вас именовать? Иван Иванович. А вас? Павел Нестерович.
Пройдемте. Куда? Прогуляемся. Не стоять же нам столбами. А, ну да. Иван Иванович, почему вы решили предложить нам свои услуги? Забота о пользе Отечества. Похвально. Похвально. Мне представляется, что я могу быть полезен в информировании вас о производстве бомб, о всякого рода революционных кружках, о готовящихся взрывах, о террористах. Откуда у вас такие обширные знакомства? Я вхож. Вхож в революционные круги. Большего сказать не могу. Я и не прошу. Забота о пользе Отечества требует расходов. Оно понятно. Угу. Поэтому я вынужден просить о назначении мне ежемесячного содержания. Оно будет назначено вам после первой полезной информации. Видите, мне именно теперь нужна некоторая сумма. А нам нужна информация. Чем быстрее мы ее получим, тем будет у меня больше оснований обратиться к начальству за предоставлением вам жалования. Какой способ сношения предлагаете? Почтамт до востребования. Предъявителю 100-рублевой ассигнации. За номером? У меня нет этой ассигнации. Ага. Ассигнации в 10 рублей. За номером 059-582. Вторые 10. Аванс. Номер запишите, забудете. Иван Иванович, у меня фотографическая память. Я помню. Все. Жду от вас информации. Господин Викентьев. А, прекрасная незнакомка. Алекс, я требую объяснений. Фу, как пошло. Точно секретарь канцелярский. А где же слова любви? У любви, как у пташки крылья. Сам вообще я все знаю. К примеру? Этот я ограбил аптеку. Ее ограбили. Божьи мельницы мелят медленно, но верно. Господину Перзнеру мои причитания. Я как дура тебе все рассказывала. Тетенька, у вас нет доказательств. Пойдите вон. Я полюбил другую. Подлец! Она моложе. Я тебе поверила. Верни мои фамильные драгоценности. Бабушка, у вас что-то с памятью. Лечитесь электричеством, пейте бром. Это не помогает. Но очень успокаивает. Алекс. Что еще? Я принесла тебе подарок. Прощай. Вы даже не знали, чем вам это обернется. Таким образом, следствие по делу о разбое в аптеке господина Певзнера близко к завершению. Викентьев Алексей, кто таков? Недоучившийся студент-медик. С квартиры исчез вчера днем. Ну так ищите. Теперь о другом. Министр встревожен участившимися взрывами в столице. Что вы скажете по этому поводу? Судя по характеру
и местам взрывов, кто-то поставил производство динамита на почти промышленную основу. Утечки с военных складов невозможны. Мы проверяли. Это хорошо подготовленные любители. Они уже продают бомбы. Покупатели – бандиты, взломщики. Возможно, расширение применения в целях политических. Ваши действия? Мне нужен специалист по взрывчатым веществам. Офицер-артиллерист. Желательно практик. Резонно. Я сегодня же свяжусь с начальником Михайловской академии. Полковой товарищ, думаю, не откажет. Не оставлять без внимания ни единого случая применения динамита. Где делают? Как? Откуда материалы? Вы должны знать все. Так точно. Разрешите идти? Идите. Баба его пропала. Съехала с вещами, никто не знает куда. Говорят, из Польши она. Давай в Польшу, а? И толку? Ты что, по-польски умеешь? Или адрес знаешь? Ну чё, по-польски не умею. Адрес не знаю. Ну и что? Красненьких дадим, покажут. Ну? Ну, припрём мы её. А она возьмёт и сдаст нас с потрохами. И красненькие не помогут. Да и нет их. Здесь он. Лёг на дно и ждёт. Думает, меня нет. Марафет весь его, и бабки тоже. Что, ловко нас студент сделал? Убью гада. Но. Все. Будем искать. И пришьем. Но. О, студент, ну! Стоять! Стоять! Ты на него! Атас! Шухер! Осторожнее! Ну вот, теперь вы у меня молодцом смотритесь. Да, повезло. Могли бы и без двух глаз остаться. Спасибо. Только не унывать. Уныние – смертный грех. Да вы же красавчик. Герой войны. Дамам понравитесь. Да. Теперь красавчик. Поручик артиллерии, слушатель Михайловской академии Иван Берг. А по батюшке? Иван Карлович. Очень приятно. Путиловский Павел Нестерович. Начальство рекомендовало вас как одного из самых грамотных специалистов взрывного дела. Весьма польщен. Действительно, с детства имею страсть ко всему, что взрывается и горит. Иван Карлович, голубчик, расскажите мне все о динамите. Все? Динамит был изобретен шведским промышленником Альфредом Нобелем в 1867 году. Его форма... Пожалуйста, здесь. Благодарствую. Что здесь будет? Как вас угораздило, красавчик. Кислота вскипела, плеснула. Мне нужны деньги. А мне нужны бомбы. Динамит готов, запалы тоже. Корпуса где? Мне необходимо на все взглянуть собственными глазами. Извините, я не хотел. Ничего. Когда угодно. Мне угодно сейчас. Идемте. Обождите, забыл. Студент. Сидеть.
пошли за ним. Стой, стой! Папа хочет поговорить с тобой перед свадьбой. Отговорить или добавить приданного? Тебе что, мало не надо? Более чем достаточно. Хотя все эти покупки, траты, платья... Зато я буду такая красивая. Ты не узнаешь. Я сыщик. Узнавать моя профессия. До завтра, не сыщик. Безешку. Быстро безешку в щечку. Любимый. До завтра, любовь моя. И все. Чудесно. Чудесно, красавчик. Вы знаете, может быть, вам имеет смысл сменить кличку? Как раз теперь мне моя кличка очень нравится. Давайте. Что? Деньги, деньги давайте. Ах, да. Прошу прощения. Партия эсеров не жалеет средств. На святое дело. Стойте здесь, не выходите. Чем могу быть полезен? Господа. Топас. Тебя отпусти. А откуда ты узнал, что я сел? Так... Вот, ребята сказали. Ах ты, сука. Кончай его, Топас. Да вы что, ребята? Я же свой. Да мы с вами еще таких дел наворочим. Смотрите, что я за говно. Стоять! Поверь мне, Топас. Не хочется. Чухна, а? Делай. Ага. Господа, уходите отсюда немедленно. Иуда. Убирайтесь!
Я ему сделал укол морфием. Спать будет до утра. Очень истощен. Очень. Да, да. Когда погиб мой жених, я тоже очень похудела. Лет 10 проплакала. Кризис, слава богу, миновал. Теперь только покой и сон. Я провожу вас, Иван Николаевич. Благодарю вас. Я приду завтра 6:00. Угу. Кормить начинайте с куриного бульона. Угу. Всего доброго. До свидания. Прошу вас. Ой-ой-ой-ой-ой. Депеша. Господам редакторам газет. СИН направляются для публикации фото и приметы мещанина, назвавшегося Иваном Ивановичем и организовавшего в Санкт-Петербурге незаконную лабораторию по производству динамита, что явилось причиной взрыва, повлекшего за собой человеческие жертвы. Давшего показания о личности преступника ожидает денежное вознаграждение в размере 1000 рублей ассигнациями. Департамент полиции. Молчит ваш Иван Иванович. Ой, упертый. Вот. Пришлось сегодня утром от Максимовской из Польши. Аптеку ограбил Викентьев. Ага. Продал морфий. Организовал производство динамита. А мы это докажем? Поздравляю, Павел Нестрович. Сработаем. Сработаем. Только очень поздно. Я выйду, Павел Нестерович, позвольте принести вам свои соболезнования по поводу утраты невесты. Благодарю вас. Павел Нестерович, что бы вы ответили на предложение организовать и возглавить в охранном отделении группу, задачу которой входило бы расследование, а главное предупреждение террористических актов, как против царствующих особ, власти, так и против частных лиц? Вы это почувствовали не понаслышке? Вам и карты в руки. Так в прощальный час.
час лепетал и гас тихий голос твой, словно тающий в глубине души догорающий. Вздох мне любви твоей досказать не мог, и не знаю я, чем развяжется эта жизнь моя, где доскажется, где доскажется, где доскажется мне любовь твоя, и не знаю. Развяжется эта жизнь моя, где доскажется, где доскажется.